На горячую линию Новой Одессы обратились жители улицы Варнинской. Часть первого этажа дома номер 15 была выкуплена частным лицом около 3 лет назад. Так и не получив разрешения на перестройку, помещение забросили. От перепада температур зимой лопнули отопительные и канализационные трубы, что привело к затоплению нечистотами. За много лет вода застоялась. Теперь от антисанитарии в закрытом помещении разводятся различные насекомые. Неприятный запах распространяется в квартиры жителей дома. Пошел 3-й год. Случилось это первое, когда обратили внимание, это было зимой, когда полопались отопительные, то есть батареи, и там залило водой. Естественно, воды там было очень много, там выше, приблизительно выше колена. И потом, естественно, зимой это все замерзло. Весной и летом размерзшаяся стояла вода. Она практически не просыхает никогда. Мы проживаем на 2-м этаже, непосредственно над этим подвалом. Жить невозможно, потому что грибок, запах, сырость, грязь, насекомые. Просто уже скоро начнут гнить полы, и тем, что мы дышим, и дышат наши дети, это, конечно, невозможно. С просьбой о помощи жители неоднократно обращались в различные инстанции, но повлиять на сложившуюся ситуацию не в силах даже милиция. Обращались в ЖЭК. В ЖЭКе сказали, что никто не знает, кто владелец этого помещения, кем оно приватизировано или прихватизировано, это неизвестно. Обращались к участковому. Участковый сказал, что он не вправе этим заниматься, он только может вместе с ЖЭКом вместе их соединить, ЖЭК и участкового, это просто невозможно. А когда мой муж сказал участковому, что придется нам вскрыть это помещение самовольно и хотя бы открыть, чтобы вот это просыхало все, ему ответили, что тогда будете отвечать по закону, как за вторжение в частную собственность. Чтобы выяснить, собирается ли ЖКС разрешить проблему одесситов, вместе с жителями корреспондент Новой Одессы посетил директора ЖКС Вузовский Зураба Шонию. У меня гниют стены, у меня начали гнить полы. Понимаете, что делать? Это же не давайте мне заявление, тогда мы приедем. Вот смотрите, я была, это вот еще мне ответили. Это месяц-два, это уже 1.5 года длится. У меня грибок в квартире. И заявление есть на руках, на что мы обращаемся. Хорошо, я подъеду там. Скажите, когда вы отреагировали? Сегодня. Посмотрим, что там нужно сделать, все сделаем. Никаких вопросов не будет. Поезжай сразу сейчас, посмотрим, что там нужно сделать. Доложу, то есть вы не думаете, что надо, что купить, я утрирую что-то? Или если что-то нужно... Нет, ну если вопрос есть, который надо срочно... Я понимаю, что я останусь просто без квартиры. Уже на месте заместитель директора вместе с мастером участка оценили объем работ, который собирается провести в ближайшее время. Я просила, чтобы открыли, чтобы оно высохло. Сейчас еще раз прочистим. Посмотрим, какие-то трубы. Завтра уже станем чистым. Это ничего не даст. Мы будем чистить через дом, потому что арендатора мы найти не можем. Мы написали в милицию запрос, мы написали по всем инстанциям запросы. Арендатора найти невозможно. Новая Одесса следит за развитием событий и покажет вам результат выполненных работ. Неделю назад мы рассказывали о доме в каретном переулке 15. Много лет здесь текла крыша, 40 лет не было ремонта. Красивое здание от этого приобрело печальный вид и начало рушиться. Даже разбитые стекла коммунальщики, сэкономив, заменили на фанеру. Жительница дома Людмила Лохвицкая обратилась за помощью на горячую линию Новой Одессы и вместе с нашим корреспондентом побывала у директора КП ЖКС Портофранковский Александра Никуляка. Чиновник пообещал прислать комиссию, которая определит объем необходимых работ и разберется с проблемами. Спустя неделю эта комиссия побывала в каретном переулке. Мне сказали, чтобы сделать под потолок парадной, нету смысла. Надо починить эту крышу, которая вся в дырках. А денег у них нету. Значит, придет сегодня кровельщик, значит, с общим начальником, вылезут туда, в общем, и посмотрят, что там надо, и сколько денег, и сколько всего. И мы будем платить. Они нам выставят счет, и мы будем платить. А где взять такую сумму? Расскажите мне, милые люди. Во флигеле Людмилы Сергеевны всего 6 квартир. Живут пенсионеры. Где брать немалые деньги на кровельные работы, она не понимает. У них нет денег, у них нет ничего. Вот фасад вообще рушится, у них тоже. Вы знаете, сколько стоит эта вышка? У меня начинает объяснять, сколько стоит вышка. Зачем мне объяснять? Зачем мне объяснять? Вы вызовите эту машину, я говорю, сделайте фасад. Может, когда он кого-то убьет, я говорю, может, тогда сделается. Жильцы дома регулярно оплачивают все услуги коммунального сервиса, но много лет не получают их. Вот и сейчас коммунальщики предлагают приобрести стройматериалы за свой счет.
куда уходят выплаченные ЖКСу деньги, во сколько обойдется ремонт в каретном переулке 15 и когда он будет закончен, мы расскажем в наших следующих сюжетах.